Всем привет, дорогие друзья! Смотрите, что китайцы в этот раз выдумали и засунули пупси слайм в бананы. Да, друзья, кока-лол в бананах мы видели, но пупси слайм еще нет. Но, друзья, помимо пупси слайма, почему-то на коробке нарисовано не только пупси слайм, а все остальные герои. Неужто их столько много будет? И вообще, по-моему, это не пупси слайм коллекция, если это не так. Поправь меня, либо напиши, что да, действительно это не так. Давайте пробовать открывать этот банан и смотреть. Упаковка вот такой вот нарисован здесь у нас. Наш геройчик крутой. Написано Unicorn Pony. Но почему-то, по-моему, картинка все-таки не от Unicorn Pony. Что вы думаете? Пишите об этом в комментариях. Банан у нас вот так открывается. И в эти бананы бедные уже что только не свали. И My Little Pony, и Лол. И теперь дело дошло до наших любимых Пупси Слайм. Вот такой большой здесь пакетик, друзья. И банан, вот такой, почему-то он зеленый, мятный, видно, бананчик будет. Так, а что там внутри в пакете, нам бы очень интересно было узнать. Ого, ничего себе, почему у Пупси слайма сзади нет ног, какой-то скелетон. Хвостик вот такой, ручки, но все двигается, друзья. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все разлетелось по запчастям, китайцы, как всегда, в ударе. И не доделали нам сюрприз. Сделали какой-то плохой крепеж. И все у нас развалилось. И это было неожиданно. Думаю, вы тоже удивились. И зачем прорези сзади на героях, тоже мне вообще непонятно. Да, приходится рукоделием еще заниматься. Хочется смотреть сюрпризики. Но давайте попробуем все-таки собрать это чудо по делу китайской инженерии. Так. Или напишите, в оригиналы тоже такие, друзья, или нет? Может, я что-то путаю? Так, ну зато хвост крепко держится и никуда не отвалился. Но это явно не Пупси слайм, а другая серия этих сюрпризов, которые мы на канале тоже будем открывать. Так, у меня пока ничего не получается. Давайте дальше смотреть. Тядя, ну да, как я и говорил, это серия не Пупси слайм. Но тоже крутая серия. Посмотрите на этого щенка крутого с единорогом. Вау. Ну выглядит он круто, ничего не скажешь. Давайте посмотрим, что еще здесь. И я сейчас за кадром соберу и покажу, как он в сборе смотрит. Здесь вот такая сумочка, похожая на Лол. Зачем-то очочки щеночку нашему с сердечками положили. Целых две бутылки для питья. Что-то все улетает-то. И вот такой единорог от кукол Лол. То, ладно, давайте я соберу и покажу вам в сборе. Я еще заметил, что вот эта бутылка, она жесткая вообще прям. У нее такая трубочка и не прожимается, а это мягкая. Это как аксессуар. У меня получилось собрать этот конструктор, но я вот его закрепил. В принципе, крутится все и держится неплохо. Видно, китайцы просто как-то не зажали его. Так, давайте прикрепим наконец-то голову. Оп. Но лучше это, конечно, все проклеить. Ну, приходится дорабатывать все, видите? Никакой одежды щеночка нет, он просто вот так выглядит с хвостом. Ручки, ножки двигаются. И вот такие у него смешные аксессуары, которые больше подходят куклам Лол, но не щенку явно. Смотрите, как смешно смотрится, они еще и малы ему. Но сам сюрприз необычный, новый, китайцы удивили. Но, как обычно, что-то не доделали. Открываем следующий банан. Упаковочка и смотрим, что же за классный сюрпризик попадется нам здесь. Попробуем также его открыть аккуратно, если получится, конечно. Хоп, хоп, хоп. Да, люблю, когда вот так все открывается. Как мне так больше нравится, чем резать, драть, рвать. Здесь у нас желтый бананчик. Смотрите, какой прикольный. И что ж там будет за звереныш? Но на коробке, как вы видели, очень много сюрпризов. Вау, ё-моё, смотрите, какой красивый зверёныш нам попался. Вау, это кто, лисичка какая-то? Ничего себе, у нее еще такое крутое тело перламутровое. Вау, просто супер-пупер. Ручки и ножки двигаются, хвостик тоже двигается и резиновый. Похоже на лисичку, мне кажется, все-таки этот зверек с единорожкой. Если я ошибаюсь, напиши об этом в комментариях.
Еще вот такой ободок в виде рога можно куклам. Бутылочка, сумочка синяя. И очки с сердечком. И у этого крутого пупсисланчика есть соска. Уникорн. Ну, видно, уникорн их назвали из-за рожка. Но явно они на поняш не похожи. Это больше похоже на другую коллекцию Sparkly. Sparkly Critters. Вот больше на что это похоже, а не на уникорн. Кстати, Sparkly Critters тоже скоро будут на канале. Ну, они и так есть, но еще другие тоже будут. Пока что наступаются такие здоровские сюрпризики. Кстати, кто не понял, это копии китайские, которые китайцы чудят и делают все, что попало. Так, давайте мятный еще один бананчик откроем. И посмотрим, что здесь нам попадется. Жалко, не положили какашечек каких-нибудь. Я люблю либо каких-нибудь слаймиков. Было бы круто посмотреть. На самом банане тоже написано Unicorn Pool Pony. Так что как-то так. Так, мятный банан еще один. Открываем. Так. Что будем здесь? Да-да-да. Так, пока что такая же тельца собачки с хвостиком, как и у той. Ну что, в цветах одинаковые сюрпризы. Так, и наш щенок. Но это целый, друзья, в отличие от того, и какой-то весь перепачканный, смотрите, на щеках. У него какая-то грязища попалась. Так, наш щенок готов. Аксессуары его точно такие же, как и были. Так, ну еще вот одна бутылка. Желтая такая же. Хоп. И у нас, друзья, еще один банан желтый. Интересно, тут-то попадется другой сюрприз? Или тоже будет точно такой же, как и там? Так, уже коробки сыплются. Давайте подберем. Хоп-хоп-хоп. Так. Опс. Смотрим, что у нас в желтеньком банане пропадется. Хопс. Хопс. Давайте, друзья, посмотрим, что в этом пакетике у нас. Так, Нюша снова щенок, друзья. Опять снова белое тельце, но оно другое. В нем трубочка есть и ручки крутятся. Так, Нюша, это будет какая-то единорожка, наконец, пупси слайм. Так, аксессуары, соска. Так, что-то улетело, бутылка какая-то. Так, аксессуары все те же, только вот золотая соска еще есть. Так, и бутылка улетела, розовая. Вот такая там какая-то была бутылка розовая. Ну, еще вот такая тоже есть. И та-дам! Ого, ничего себе! А вот и пупси слайм, друзья. Наконец-то нам какая-то попалась, хотя бы название написали. Оп! Так, она собирается, одежда у нее такая есть. Но она, по-моему, похожа, у нас был выпуск недавно по ней. Напиши, если там такие попадались, я что-то уже запамятовал. Так, соска ее, хоп, золотая. Обуви нету. Ну, у тех щенков тоже нет. В общем, друзья, вот такие сюрпризы нам попались в бананах. Пиши в комментариях, как тебе такие сюрпризики, понравились или нет. А я буду для вас еще искать новинки. С вас пальчики вверх, комментарий, колокольчик и подписка. Всем пока-пока, до новых встреч. Goodbye, my friends!